Государственную границу на данном направлении, учитывая обстановку на территории сопредельного государства, охраняют в усиленном режиме пограничного контроля. Пограничные наряды экипированы всем необходимым, прошли необходимую подготовку. На территории сопредельного государства периодически с разной частотой слышны выстрелы, как одиночные, так и очередями. Слышны звуки тяжелой техники. Опять же, исходя из запроса пересекающего государственную границу, говорили, что на территории сопредельного государства они выкопали противотанковый ров вот, глубиной до 3 метров вот, и шириной 3-4 метра. В пункте пропуска созданы все необходимые условия для обеспечения собственной безопасности личного состава. Оборудованы фортификационные сооружения, инженерные сооружения. Мы особое внимание уделяем это наблюдению за воздушным пространством и подступом к территории пункта пропуска. То есть лесные массивы, места, где можно учитывать складки местности и так далее. Весной наблюдалось активное движение беженцев с территории Украины с целью получения убежища. Также из числа приграничного населения на территории Украины следовали граждане для приобретения продуктов питания. Сотрудников каких-либо ведомств там нет. То есть государственная граница у них не охраняется. Там находятся какие-то военизированные люди с оружием, возможно, тероборона. То есть без знаков различия, без формы, кто в чем одет. Отмечаются отдельные случаи провокации с украинской стороны. Последний случай в пункте упрощенного пропуска под Добрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, оскорбительные жесты, угрожающие в сторону пограничников. Сотрудники подразделения пограничного контроля на провокации не поддаются, несут службу бдительно, готовы к различным возможным действиям. Значит, последняя ситуация, которую мы столкнулись в пункте пропуска, это граждане Украины следовали на выезд из Республики Беларусь на территорию Украины с целью возвращения к месту постоянного проживания. И в одном случае гражданин Украины был не пропущен на территорию сопредельного государства. Причину возврата ему никто не объяснил. Было просто рекомендовано следовать через польское направление, через украинско-польское направление. Хотя до этого гражданка Украины следовала на выезд из Республики Беларусь, была пропущена в сопредельном пункте пропуска. С приходом зимы нарушений воздушного пространства со стороны территории сопредельного государства в виде квадрокоптеров существенно сократилось, так как с холодами работоспособность их гораздо ниже. Должностные лица органов пограничной службы в пункте пропуска готовы к принятию беженцев. Лиц, которые ходатайствуют о предоставлении им статуса беженца на территории Республики Беларусь. Организовано взаимодействие с Министерством чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь, а также представителями Красного Креста. Созданы все условия, а также возможности для обогрева и доставки граждан в пункты размещения и оказания помощи. Морально-психологическое состояние личного состава высокое. Военнослужащие обеспечены всем необходимым, готовы к развитию любой обстановки. Уверен, что наша государственная граница охраняется надежно.